Ребята, всем привет! Как вы думаете, какие машины просто обожают на территории Америки и, к сожалению, не очень любят у нас в России? Конечно же, речь идет о пикапах. На территории Америки Ford F-Series – одна из самых продаваемых машин уже более 35 лет. Расходятся эти машины более одной машины в минуту. Тем временем в России покупают пикапы до 1000 в месяц. Фотон Тунман, прошу любить и жаловать. Скорее всего, вы даже не знаете, что это за марка, поэтому пока вы разглядываете автомобиль, я вам расскажу, что это за зверь. Поехали! По-моему, вполне симпатичный пикап. Такой подкачанный, словно член олимпийской сборной по подтягиванию штанги или провинциальный мэр, ранее руководивший местной криминальной группировкой. Но внешность тут не особо важна, это же не гламурный кроссовер. Важно, что находится под этой оболочкой штангиста авторитета. А находится там хардкорный, олдскульный, полноприводный пикап. Photon Motors – это самый крупный производитель коммерческого транспорта в Китае. Производят они автобусы и грузовики, соответственно. То есть, ну, очень серьезные ребята. На секундочку, они производят в год более 1,5 миллиона автомобилей в год. Это больше, чем вся вместе взятая промышленность автомобильная на российском рынке, ребят. Под капотом установлен у нас, ребята, дизельный двигатель от компании Cummins. Компания Cummins, если вы знаете, это один из мировых лидеров на рынке. Ну, на рынке именно в производстве такого рода силовых агрегатов. Именно этот двигатель 2.8, если вы знаете, устанавливался на наш газели русской. А именно на газели бизнес и на газели next. То есть, ребята, к чему я это опять же все рассказываю? Даже если у вас что-то произойдет с двигателем, у вас возникнут какие-то проблемы, то вы всегда с легкостью найдете какого-то дядю Валеру в гаражах, который за пол-литра возьмет, переберет вам весь двигатель, полностью его откапиталит и при всем при этом будет напевать матерные частушки. А также у Фотона есть национальные титулы. Бренд года, самые конкурентоспособные экспортные предприятия, самый известный бренд на территории Китая, ну, соответственно, который производит коммерческий транспорт. Также Photon Motor выступила официальным автомобильным партнером космической программы, той самой, которая первая запустила аппарат на обратную сторону Луны. Скорее всего, эта машина вам... Также, если пару слов про двигатель рассказать, тут он у нас идет 4-тактный, с турбонаддувом и с промежуточным охлаждением, то есть тот самый интеркулер, который устанавливается на всех практически дизелях. Механическая коробка у нас устанавливается тут от компании Getrag. С этой же компанией сотрудничают такие мировые лидеры, как BMW, Mitsubishi, Ford и даже Mercedes-Benz. Фотон, вы на самом деле молодцы, что в своих китайских машинах ставите уже давно всем известные двигателя. Вот как в случае Тунланда, всем известный там газелевский двигатель. Или наоборот, GDI, двигатель корейский, Фотоне Савана. Ребят, так как Тундлет больше как грузовой автомобиль на нашем рынке, то я предлагаю его сравнивать с самым большим пикапом, который был до сих пор до появления Тундлета на нашем рынке. Это, конечно, Mitsubishi L200. Параметры самого грузового отсека у Тундлета немножечко больше, чем у L200. По ширине. Тут у нас получается 1580 мм ширина, в то же время у L200 1470, то есть L200 чуть-чуть уже. По длине примерно они, кстати, одинаковые. Площадь по полу, кстати, составляет 2,4 квадратных метра, что значительно больше, чем у всех одноклассников. Если возьмем, опять же, сравнительно с L200, там 2,2 квадратных метра получается. По поводу грузоподъемности. Опять же, один из самых лучших. Грузоподъемность тут до 1 тонны. Если прям по цифрам, то это 975 килограмм, то, что нам показывает завод-производитель. Понятное дело, в России буду грузить намного больше и проверять его максимальные возможности, которые есть. Борт у нас, кстати, открывается и закреплен вот такими специальными петлями, чтобы на него спокойно вот так вот могли сесть два здоровых мужика, и он не отвалился. Блин, можно было снять, знаешь, сделать пленкой, залить сюда воду. Не каток, а бассейн. Эта машина, конечно же, оснащена полным приводом с жестким подключением передней оси и понижающей передачей. Давайте попробуем сесть назад и посмотрим, сколько там места, потому что пикапы, как правило, не славятся большими габаритами сзади. Опа. Так. Ну что сказать, ребят. В целом, неплохо. Желание отрезать себе ноги пока не появляется, но я думаю, что если поехать дальнюю дорогу, то оно
оно обязательно появится. Но на центральной консоли мы тут имеем пепельницу. Если вы поедете на рыбалку, сильно устанете, сильно заволнуетесь, то, конечно, для заднего ряда пассажиров можно спокойно покурить. Также кармашки специально, сюда можно ружье, пару патронов засунуть. За водительским сиденьем тут у нас аварийный знак. Пожалуйста, идет в комплекте с инструкцией. Сразу все понятно, что с ними, как нужно сделать. Видите, да? Ну и написано для людей, для русских. Ничего такого сверхъестественного, максимально просто, ну и максимально, насколько это возможно, удобно для такого класса машин. Красавчик. Фига у нас таксисты опасные в городе вообще. Так, ребят, ну салон у нас строгий и минималистичный. Что у нас тут есть в комплектации из таких полезных опций? Есть подушка водительская и подушка пассажира. На центральной консоли есть штатная музыка с выводом под AUX. Управление климатической системой и под шайбами, где управляется климатическая система, у нас тут включение подогрева зеркал заднего вида. Они с подогревом у нас, кстати. И заднее стекло. Также режимы полного привода, раздатки, то есть 2H, режимы 4H и 4L с пониженной передачей. Многое не расскажешь об этой машине, потому что тут каждая деталь этой машины говорит о том, что, ребята, я не для комфорта, я сделан для серьезных дел, для того, чтобы вы садились и возили что-то, крупногабаритные грузы, но никак для того, чтобы вы в ней отдыхали. Ребят, на сегодня все, я с вами прощаюсь. Если вам понравилась эта машина, то приезжайте обязательно в автосалон «Масмотр», где ее сможете посмотреть и выгодно приобрести. А на сегодня все. До новых встреч. Всем пока. Ждем вас по адресу. Город Москва, улица Варшавское шоссе, дом 132А, корпус 1. Все подробности на нашем сайте www.masmotors.ru или по телефону 8 800 2000 ровно 132.